Друзья, добрый день, вы на канале Boston Technic, меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас трактор John Deere 6930. Давайте посмотрим поближе, в каком состоянии передняя резина. В хорошем состоянии. Данный трактор не работоспособен, у него проблемы с двигателем. Здесь требуется капремонт двигателя. Задняя резина в отличном состоянии. Практически состояние новое, диск не мятый. Здесь можно наблюдать состояние. Задний навес комплектный тоже. Есть ВОМ, воздушные рукава, розетки, гидровыводы, так и далее. Все на месте. Бортовые сухие. Здесь чуть-чуть есть, но незначительно. Второе заднее колесо тоже в отличном состоянии. Состояние нового. Диск ровненький. Здесь, если по мелочам, стоп тоже разбитый. Вот такой вот, друзья, трактор. То есть требует вмешательств, требует ремонта. Второе переднее колесо спущено, но резина в хорошем состоянии. То есть даже без трещин, просто накачать, может быть, с камерой проблема. Просто сделать, и все будет в порядке. Можно смотреть здесь двигатель. Грубо говоря, требует вмешательств. Друзья, если заинтересовал вас данный трактор, обращайтесь к нам, звоните, покажем его. Всего доброго, до свидания.